У нас экстренный выпуск. Да, Олимпиада стояла. Вот так и написано, в том ячок. Давай, давай, наполнитель. И можно даже немножко протереть новую клетку. Я покажу. Я хочу посмотреть. Мышь белая. Мышь белая. В греческом зале. Так, наполнитель насыпаем. Так, я думаю, сколько там? Да достаточно, сколько ему там надо. Много не надо. Закроем. Да не надо ему достаточно, я думаю, хватит. Да. Так, а корм куда он кидается? Корм? Да. Нету кормушки. Тут нет можно кормушки. В домик насыпать корм. Но может он в домике захочет спать, пойти знай. В домик можно насыпать корм. Давайте тогда надо какую-нибудь маленькую тарелочку еще. Да. Тут, я думаю... Ему сильно много не надо срать. Запускать? Так. Нет, пока. Сейчас воду. Папа еще поилку прицепит, и тогда можно будет так, его. Поилка так цепляет. Возле домика. Возле домика? Да. Опа. Ничего страшного. Ничего страшного. Он дрожит. Так, мы пока что рассмотрим, какой особняк двухэтажный у хомяка. Сногсшибательный двухэтажный. Я его с горки спущу. Нет, он сам будет спускаться. Он сначала должен будет освоиться. Он сам будет спускаться, его нельзя ниоткуда спускать. Он освоился уже в коробке. Покажи. Боже, как он смотрит. Подожди, давай я поближе посмотрю. Как он смотрит, какой он маленький. Цветом как кошка, конечно. Я специально белого выбирала. Да. Конечно же, я еще серого хочу. Он серо-белый. Угу. Ну, как кошка. Ну, как кошка. Джунгарик. Да? Сейчас мы тебе его достанем. С пакуночком хомячок сидит. Подожди-ка, а где? Ты а вот сюда вот прямо вот сбоку навешай. Изнутри. Вот так, да? Изнутри, вот, да, вот так вот. Вот так это работает. И он подходит и лакает язычком просто, и все. Ну, а что оно? Цепляешь за клетку. Может быть, это лучше сначала сделать так. Только это надо пониже. Вот как-то так? Да, да. Сейчас мы зацепим. Ну все, я думаю, он достанет, ему будет нормально. Вот так? Да. Давай. Все. Доставайте. Выпускай. Дай ей в руки аккуратно. Аккуратно. Достанешь. Давай, конечно. Я достану. Давай. Мы его сейчас попросим выйти, там хомяк, выходи как-то. Хомяк, выходи. Давай, подставляй руку. Вышел? Нет. Ой. Ну что там, берешь его? Ну давай. Вот, доставай тогда рукой его. Доставай рукой. Только смотри, чтобы он не убежал. Давай, не да бойся. Не бойся, не бойся. Да он тебя боится, давай. Не бойся. Доставай, забирай, только не раздави. Достала? Не бойся. Все. Ла 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 ла
Так, давай. Запуск произошел. Хомячка. Бля, ты аж дрожишь, так разволновалась, да? Хомячок, наверное, так же дрожит. Я хотела его наверх пустить. А он пошел на низ. Ничего страшного. Он сейчас, он будет изучать клетку, просто где он. Да, он будет долго теперь и нудно здесь лазить, теперь будет, может, за ним смотреть. Вот видишь, он кушает, видишь, он голодный. А, вот он нашел. Видишь? Нашел там корма чуть-чуть. Да? Он много полез. Да, там упало немножко корма, и он там кушает, видишь? Вот он пошел. Смотри. Вот он, какой белый друг. А тут что-то я лестнички никакой не вижу. Чтобы он подолазил? Да. Да, не знаю, как он будет лазить. Я тоже что-то не знаю. Может, он будет по этим, по стенкам лазить. А хотя он здесь будет залазить, здесь же есть такие вот эти, где зацепиться. А, кис-кис не работает с хомяками. Можно тогда будет потом опустить пониже туда, понимаешь? Чтобы он не выпрыгивал, а чтобы он слазил. А в поилке что-то капает много, как по мне. Ти, какой хомяк. Лазит там. А ну-ка, щебочку. Да он сейчас будет лазить и лазить еще. На второй этаж пойдет. Я хочу ему щебочку. Ну, надо какую-то лестничку будет здесь. Деревянные такие продаются, я думаю, можно будет ему. А вот он, видишь, ходит. Он пока по низу будет ходить, потом наверх пойдет. Если хочешь, я могу попросить его нежно пойти наверх. Я хочу наверх. Давай попробуем. Я хочу, чтобы он на колесо пошел покрутиться. Но сейчас я отсюда его не достану. Подожди. Я его могу достать. Ты его можешь достать? Он там что-то ковыряет. А ну давай посмотрим, что он там делает. Там. Ладно, давай закрываем пока. Я хочу его. А мы его не сможем достать. Он там сбоку, ему неудобно будет доставать. Там роет что-то. Давай закрываем, а то он еще убежит. Мы еще забудем. Хомячок, ты как там? Да нормально он там. Я с ним пальцем играюсь. А это домик. Ну пусть висит. Закрывается. Нет, он не закрывается, не закрывается. Но он будет крутить. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Где Блиса? Кошки, собаки, хомяки. Рыбки, улитки. Лиса,
Лиса, а ну не шатай там елку. Смотри в трубу. Только близко этого хомячка не обижать. Это еще один член семьи наш. Мы и тебя любим, и хомячка будем любить. Нашей любви на всех хватит. А я просто шуту. Ну и что? Пусть а будет. Да ничего. Да. Будет возить Егор. Он будет скатываться с горки. Прямо выходить так и скатываться с горки. Всем пока-пока, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Кому понравится мой хомячок. Он лазит туда-сюда, туда-сюда. Все, оставляем его, пусть он осваивается. Еще раз всем пока-пока. Еще раз всем пока-пока. Он что-то там ковыряет, скребет. Так куда ты его хотел вставить? Всем пока-пока. Любите животных, мы их очень любим. Вон там хомяк умывается наш. Я хочу его взять. Хватит уже его брать. Я хочу его взять. Потом возьмем еще. Я хочу его взять. Хватит. Я хочу его взять. Я хочу, чтобы он в домик пошел. Может, пойдем? Будем наблюдать теперь. Он рыться пытается. Да, роет трубу. Туннели роет. Слушай, может отпустить его вниз? Так пусть роет. Он себе может там лазить. Там вон есть дырочки в этой трубе. Ему абсолютно удобно, абсолютно классно будет там сейчас ковыряться. Да, ему подложить что-то? Ему ничего не надо там подкладывать, абсолютно. Разве что, может, вот тут сверху пальцем пошевели, и он на палец на твой придет. И смотришь, что это что-то подумает. Еда какая-то или что? Вот здесь. Вот тут вот. Сильно не шкреби, вот так легонько так. Он или вниз пойдет, или вверх на палец. Вот так. Давай посмотрим. Оттуда ты его не достанешь. Оттуда никто его не достанет.
Он там как в танке сидит, в этой трубе. Да, я тебе скажу, как в танке. Кушает, вот сидит. Все, ему туда бросила? Угу. Наш комчок там до сих пор в трубе. Давай еще Джульку сюда позовем для полной картины. Да. Еще улиток сюда надо набросать на вас сверху, да, чтобы ползали. Давай. Джулька! Кис-кис-кис на Джульку рубит. Джуля! Джуля! Хомячок на Джульку рубит. Хомячок там сидит в трубе, ему там классно. Вот там выход. Ему там нормально, он себе там сидит. Видишь? Я его пустила еще вверх тормашками. Ничего страшного. Так, хомячок уже освоился, уже лазит вовсю, мы ему уже ваты напхали сюда в домик, чтобы он тут ночевал. Привет! Привет, морское чудо! Почему морское? Это сухопутное чудо. Морское чудо. Я его так пальчиком трогаю. Пусть он покрутится. Давайте закажем, чтобы он нам покрутился. Покрутись нам. Хомяк, просим. Прикольный ты тут хомяк, маленький такой. Просили тату, просили маму. Больше на мышку похож. Покрутись. Он уже крутился так классно. Покрутись. Но мы не записывали, когда покрутись. Он крутился. Покрутись. Я тебя покрутил. Покрутись. Из окошки он упал. Нет, он не из окошки упал, он сам по себе упал. Вот кошка здесь ходит. Нет, Лиса, фу, лапкой нельзя. Лиса, аккуратно. Он от кошки спрятался в домик и ест. Потом, когда будет крутиться, мы еще, наверное, запишем. А может быть, уже в другой день. У него здесь морковка. Ему здесь классно, он везде тут лазит. Блиса ходит, тоже смотрит. Я тоже сними. Кого, Блису? Нет, хомячка. А его там не видно. А мне не видно. Там ушки. Вон он там. Нет, мне не видно его. Ой.
Мне его не видно. Понял. А его не видно. Мама. Ладно, мама. Потом. Тогда, попозже. Ну что же делать, хорошо, если не видно его? Кстати, посмотрите, какая настолка. Кстати, да, мы купили еще вот такой вот лебедь. У нас появился зайчик вот такой. Был, по-моему, или нет? Я не помню. Чего у нас тут еще не было? Блиса, аккуратно. Лиса аккуратно лапкой, с лапкой аккуратно. Аккуратно. Привет. Все, баба. Можно закрыть? О, сейчас он нам покрутится. Давай. О, красота. У кошки глаза сейчас вылезут из орбит. Блиса. Нет. Может, один раз так поедать. Вот такая, в общем, у него квартира. Классная. Блиса тут тоже сидит, смотрит. Хомяк такого цвета, как кошка. Вот она, кошка. Наша любимая. Вот он тут. Тиса. Ну все, давайте его ставить. Не хочу, чтобы ты не заснимал. Ну давайте поставим, завтра еще покажем. Я хочу, чтобы еще поснимала ты. Ну уже хватит заснимать. Сколько уже будем этого хомяка заснимать? Ты только начала. Да нет, мы же заснимали уже его. Ты только начала. Вон он лазит. Смотри, какой он классный. Ну, пушок. А я его назвала Тони. Тони. Лошадка. Тони лошадка. Давай еще Джульку сюда позовем. Блиса аккуратно. А ты не видишь, что тут кошка делает? Блис. Блиса, аккуратно. Блис, он у тебя быстрее падает, чем от кошки. Кошка не настолько вредоносная, как твои пальчики шустрые. Бах-бах-бах. Бах-бах-бах. Вот такой вот хомяк. Киса. Пожалуйста, залазь вот сверху клетки. Вот сверху будет. О. Он держится. Он там будет спать. Ему там будет тепло. В ваде. И все. Куда ему спать пошел? Может быть.
Ну что, всем спокойной ночи, давай пожелаем тогда. А может он еще вылезет? Ну, вылезет разве что кошка на клетку. Все, хватит, девчонки. Одна с одной стороны, другая с другой. Хомяк зарылся. Я. Все, пропал. Пропал хомяк. Да, его нету. Все. Конец связи вот. Конец связи. Хомяк, хватит здесь. Все, всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Пока. Я передаю пока. Все, Лиза тоже в шоке.